Так, чего ты? Ну чего ты, чего ты, бля, чего ты? Ты что тут выёживаешься? Ты что тут выёживаешься? Я тебя сейчас с мясом нахуй. На тебе. Всем привет, друзья, с вами друг Сан. Опа, халява, халява, халява. Дай, привет. Друзья, помните, как мы это... Ну давай. Оп. Ух ты, блядь, красная глазка, ты красноглазку видели, как его вырезают, тупо проклят. Ну ладно, у меня черный, кстати говоря. Расист, да. Не, ничего не было, Я осуждаю нахуй. Ладно. А, это не глаза, блядь, прикинь, это твой клюв ебучий. Красный был, блядь. Я перепутал твои глаза и твой прекраснейший клювик. Как ты мог такое перепутать? Я не специально. Ты оскорбил мои чувства. Ты оскорбил расу пингвинов, нахуй, да? Ты ж пингвин? Ты ж пингвин? Я пока сам не уверен. В общем, друзья, расширяем дом и все. Хлеба у нас достаточно, потому что в прошлой серии мы добровольно нам отдали сноп сена, и сена нам отдали добровольно жители, друзья, как бы... Да, мы у них ничего не крали, я вам отвечаю. Мы просто забрали, они нам, ну, реально, бери. Ну, бери, у нас... Да, мы такие интеллигентность провели к ним, провели такое интеллигентное отношение к ним, что они не поленились и решили сделать... Да, именно такой подарочек, да, самогончик. Ну, да. Дай песок мне просто делать не так сказать. Песок построить? Держи. Да, огромный остров. С одного песка сделаешь? Не получится у тебя. На, держи. Я ж пошутил. Все, остров получилось. Готов? Хорош, реально. Да, остров готов. Ага. Нам еще дубовые ограды нужны, чтобы оградить это все дело. Поэтому. А у нас дуб есть, красиво сейчас было. А кто-нибудь знает, как дуб делать? Ты знаешь, как дуб эти ограды делать дубовые? Я просто забыл. Ты имел в виду. Или что ты не видел? Ну, а, да, забор именно, да. Я так и сказал вообще. Ну, там палки. Ну, ладно. Там палки, ага. Палки, ну давай палки. А может этот железный прутья сделаем, чтобы наверняка никто не ушел. А, все, здесь давай, можно, здесь можно сделать. Вот он. А почему акации? У меня акации нет. Алё, блядь, что ты пиздёшь? Так, спокойно, друзья. Делаем так. Делаем так. Все четенько делаем. 48 нам пока хватит, я думаю, ограды. Пойду-ка я расставлю. На тебе половину, ты с другой стороны будешь расставлять, понял? Ты, блядь, я сами кидаешь с моими пингвинячими, блядь. А что, не хватило песка, что ли? Да, мне не хватило. Как так, на? Нормально. Бля, нет, что-то мало. Нам, походу, дуб еще понадобится, друг. Дружище. Нужно начать его брать. Дуб? Да, надо будет саженцы посадить. Ой, как ровно, слышишь, 15... Бля, и одна палка. Блять, как это меня палка бесит, нахуй? Так она не ровно, блять. Это что там плавает? Булыжник и водоросли мы выбросили. Нихуя мажор. Ну, бывает. На тебя еще, слышишь? На. Оп, держи. Надо делать причал. Нам, да, надо... Чтобы мы на водках своих. Я фоткаюсь, блядь, ты не понимаешь. Нам нужно сделать этот, как ты скажи, я скажу. Открывашка. Это, как она? Ты куда нахуй? Да я пока ты просто нажимал. Ты куда там? Убери в ебучий факел. Так, я пока поставлю освещение. Ну сюда еще есть у тебя один здесь блок? Блядь, да, есть. Ты черт, упусти меня обратно. Так. Хорошо. Иди отсюда, блядь, морж усатый нахуй. Хорошо. А вот тот факел бы убрать, нам калитку нужно, чтобы к нему подойти к нему. Как она делается, есть инфа?
Сейчас посмотрим в справочник, друзья. Реклама справочника. Если вы знаете, как делается предмет, реально заходите вот этот вот справочник. Зеленая книжка, она вам все подскажет, друзья. Но я вам ее не гарантирую. Потому что оно не продается, и оно без гарантии. Где ебучая калитка? Ты в курсе, как делается калиточка? Я, наверное, слепой, да? Загугли рецепт. А, все есть, хорошо. Так, оно делается вот так, так. То же самое, только наоборот. Здесь востребованы палки, чем доски. А зачем мне три калитки? Мне нужна одна? Сколько там? Одна нужна ж? Ну, можешь три поставить, тут, в принципе, можно и так сделать. Ну, давай, ну-ка. Это что, блядь, закон воспринимаешь? Мы не загонщики, мы загоном не этого. Подожди. Давай не здесь, давай... Давай вот здесь вот выходить будем. Там же остров получается, ладно, вот там ладно. У нас, вот там. Сломаешь, плюс? Хотя я сам могу, что я тебя прошу. Здесь, наверное, нормас, да, тема? Тут нормально, а, да? Ты здесь заходил? Да, и вот сюда можно думал... еще, слышь, вход. Вот здесь у нас же тоже будет шахта какая-то, или что ты хотел здесь сделать? Что ты хотел здесь сделать? Пошел отсюда. Как ты ж, блин. Ну, хоть ворота есть, хоть нормально. Нормально, блядь, куда ты заходишь в печку? Кстати, видите, у нас интерьер обновился, как вы видите. То есть, раз, два, три, четыре, четыре, печки, четыре. Это реально нормально, тема. Так. Оп. Смотри, прикол, можно через лодку на лодку, прикинь. И перепрыгнуть. Не, нельзя перепрыгнуть. Ой-ой-ой. Ты как это сделал? Какой же бесстыжий хуйсос. Не говори тебе такое. Так, ладно. Освещение, освещение. Почем освещение берете? Бесплатно освещение. Че, песок кончился, что ли, девчонка? Да, надо добыть. Сейчас пойдем добывать. Ай-яй-яй, какая досада, да? А давай-ка мы это все переставим на блок, на блок. Чтобы можно было заборчиком оградить это. Поможешь мне чуть-чуть? Так, оранжевая, да, вот так все стояло. Вот это что такое, блядь? Вы это не видели, как мы это делали. А вот это можно нормально срубить? Хорошо. Это можно нормально срубить, реально вам говорю. А, зачем я это срубил? Лол. Не та сторона, нормально, надо срубить, не та сторона. Вот так, раз, два. И сюда мы ставим, получается, для красоты. Иди отсюда. Вот так. Оно не ставится. Отойди. Ага, все, а нормально. Как ты это сделал? Красиво, а, да? Или чего? Некрасиво? Вот тебе это... не нравится? А как ты это сделал? Мне другой вопрос. Мастерство рук, ничего более. Как бы по ссылке в описании, как бы моя, так сказать, рекламное агентство. Мастерство рук и читов, да, наверное, ты это хотел сказать? Нет, какие читы? Мы вообще без читов играем в эту игру. На самом-то деле, друзья, поэтому... Ебать, смотри! У печки факел вырос, нихуя себе, типа. Это хвост. Это, да. Хвост? Ну да. А у сундука не может вырасти, я просто в шоке. Я в шоке такие. Так, это мы все складываем, старательно складываем. И сейчас будем выращивать наш... Хотя, слышь, можно сделать вот здесь вот его. Как красота. Но все равно нужен песок, поэтому будем добывать. Ну, ты все равно цель одну и ту же оставил. Так, ага, ну да, типа того, окей. Вроде нормально, да, культурили? Пойдет. Ай. Все, я поплыл за песок. А, какой песок? У меня нет лопаты. Мне нужно лопату, друзья, делать. Хорошо. Делаем лопату, добываем песок и как бы... Кто-нибудь видит здесь этот... Железо, которое он спиздил? Ладно, я шучу. Он не вор, друзья, он... Тихо, не поликату. Что там такое, ну? Ах ты чёрт, так, железо. Да блин, я почти забыл это железо. Я случайно на... Кто успел, тот и съел, понял? Вообще наоборот. Кто успел, тот съел. Одно железо. 500 рублей. Ладно, держите. Поздно я его взял. Ах ты чёрт, блядь, ты здесь железо наше взял. Бля, он, кстати, 27 книг, это в будущем будет хорошо, друзья, для стола зачарования, это неплохо.
Да, 27 книг это будущее. Будущее ждет нас. Киберпанк, нахуй. И тут должна быть такая вставка, но мне лень ее сделать, поэтому, друзья, наслаждайтесь тем, что есть. Поэтому, да. Бывает. Так, ладно. Наслаждайтесь то, что ее нет. Ой, спасибо. Спасибо, что ты сделал нам всемогущие палки. А вот росли ебучие, надо ламинарию эту выбросить. Всемогущий. Так, что я делаю, блядь? Я делаю без верстака лопату. Это как, нахуй, так? Бывает. Бывает, я уже просто чуть-чуть... Ну ладно. Бывает, друзья. Допрыгнули до сюда? Да, только спидран... Спидраном и учиться у тебя. Правда, лопаты без верстака. Конечно, я же говорю. Ссылка в описании на агент. Меня, подожди, куда ты поплыл? А у тебя нету лодки? Как так? Не, мне просто лень свою лодку. Да дай ты залезь! И плаваем. Как там поется? И камни вниз, слышу, что-то там. Чёрт. Смотри, там что-то под водой, слышишь, что? О, блядь, я думал, там, видишь, светится? Давай, плыви, блядь. Там видел, что-то светилось? Вот оно, как факел какой-то. Вот такой, да, факел? Ну... Как знаешь, типа... Это, возможно, огурцы. Перец. Морские огурцы. Я не знаю, сейчас про что ты говоришь. Блять, а чё они на сушу могут выходить? А чё они на сушу реально забыли? Есть инфа? Я подумаю, я трезубец выпал. Трезубец выпал у тебя? Не-не-не, я подумал. Мне просто в гнилая плоть выпал, мне трезубец. А мне выпала раковина натурала. А, наутилус, блять. Это надо будет. Блин, весь кайф испытал. Я бы эту раковину сейчас бы забрал. Ну, я немножко не то слова сказал. Ну, в принципе, смысл один. Ощутил бы себя сейчас настоящим. Это раковина. Кто? Я? Не, я. А, что? А, ну ты да, ты только так у нас умеешь, только так ты натуралист у нас. Так. Не обращайте внимания, друзья, на наши интеллектуальные переговоры. То что. Они очень. О, есть стак, ровно стак. Та-та-та-та-та-та. Забрал чуть-чуть еще. Ты без лодки, да? Ну давай я тебя подожду, ладно. Ладно, так уже подожду. Так уже, wait. Фейерверк ну, еще ну, здесь да, подожди, пожалуйста. Охуеть. Из бумаги и пороха, прикинь, делается фейерверк. Да, заворачиваешь порох в бумагу, получается. Акинс. А, точняк. Друзья, не пробуйте в реальной жизни, потому что это так не работает. Ты идешь, нет, черт усатый? Да, иду. Черт имеется в виду, клювучий. Так, что-то мы напачем, Запрыгнул? Запрыгивай в мою ламборгини. Откуда у тебя лодка, блядь? Ты сделал, ах ты. У тебя была лодка, ты просто хотел посадиться и... Ах ты, сука, карманчик хую. Ты просто сел сзади, чтобы мои карманы оборвать. Ты ничего не украл у меня? Нет, все на месте, друзья. Можешь не беспокоиться. Все реально на месте. Что ты, блядь, делаешь? Ты хочешь свою лодочку забрать? Да, сейчас знаешь, такие времена, что даже за лодку бой. Вдруг она волшебным образом исчезнет. Потом пиши, пропала. Да, без пробела, друзья. Так, здесь должно быть 4 на 4 блока. Вот так вот, водычки. Чуть-чуть тростника нам не помешает. Ты шо, блин, водолаз. Иди отсюда. А ты можешь отсюда, кстати, сейчас воду, жаркие воду времена, выловить? Сюда, да, кстати, могу. Реально? Ну-ка, да. Покажи зрителям. Сейчас, смотри, закрытыми глазами, чек. Ну-ка, встань на скриншот, на превьюшку пойдешь. Вот сюда. Вот так, нормально. F2, да? Оп. Сюда, нахуй. Лечаешь на скелет, друзья. Так, блядь, камера вот сюда. Все, F5, блядь, я не могу. А, да какая F5 у меня на B? Все, нормально, ты выловил? Давай, покажи нам. Покажи народу, на что ты способен, ты звенёнок усатый. Че, погоди. Видишь, закрытыми глазами. Давай. Отвернулся, Ага, я так и понял. Так. Вид от первого лица, друзья, никакой. Другой, не третий, не второй, первый. Нас, нас,
На слух играем. Так, мастерский разворот от третьего лица и вот так вот удар. И чё? Ты нам соврал. Нет рыбы. Или есть? Бля, подожди. Он добыл рыбу, друзья. Ставьте лайк реально авансом, потому что реально, ну, невозможно. Как... Ладно, подожди. Ах ты, подожди. Вот настоящая рыба, да. Наебав. А это... Так это же какой-то иглобрюх, парни. Поставьте лайк, то что не называлось так рыба фугу раньше, иглобрюх. Раньше это называлось рыба фугу. Ты шо? Подсунул мне, это рыба фугу. Реально, кто помнит, друзья, старые версии называлась рыба фугу. Я реально говорю, она еще отравляет. Фугу, да, блин. Рыба фугу. Фугу. Сейчас проверим, как она отравляет. Может съесть, да, кстати. Продолжим запись, это надо вырезать. Короче, друзья, давай строить что? Продолжать как-то или что дальше? Значит, все-таки мы остановились на идее, что это у нас все-таки будет остров, да? Остров, короче, будет, да? Ну, мне больше симпатичнее, типа, так сделать. Можно... Что будем делать? Давай где-нибудь ферму, или здесь же ферму сделаем. Мне кажется, нужно вот здесь. Где? Где я стою? А, здесь? Вот здесь хочешь сделать ферму? Я думал, вот здесь ферму сделать. Давай, можем и здесь, в принципе, неподалеку, чтобы такая, знаешь, типа... Давай еще мини-ферму сделаем, у нас же есть пшеница или что-то типа того. Желательно нам иметь картошку иметь и морковь. Морковь есть? Арбузы есть. А, у нас даже есть именно арбуза есть, да-да-да. Но арбузы, понимаешь, арбузы это слишком много пространства занимают, поэтому мы сделаем пшено. Хотя у нас с хлебом все нормально. Давай пока не будем ничего загадывать. Наверное, не будем пока делать еще. Пусть пока только тростник здесь будет растить. Здесь пока подумаем. Может, ферму свиней разведем, свиную вес. А, да, ферму свиней, да, свиней. Все в будущем, друзья. Пятая серия ждет вас, нахуй. Так. Вот здесь мы сделали калитку под что? Друзья. Ты говорил, да, шахту. Тут сюда, шахту. А давай дадим парням выбор, либо девушкам, кто нас смотрит, выбор. Я сделаю подсказку, и пусть они проголосуют, что будет лучше. Я напишу, что именно мы здесь хотим сделать. Вот, они пока что не узнают, они узнают именно в подсказке, друзья. Поэтому выбирайте, и выбор за вами, друзья. Кто проголосует больше голосов, того как бы и будет выбор, друзья. Да, кто звал. Хорошо, давай. Она отравляет, да? Я говорил. А ты мне не поверил, блядь, просроченный. Ого! Подожди. Еман, я что? Охренеть! Что происходит? Не нравится, я еще. Еман меня штырил, конечно. Охренеть, так, я хочу. Так, друзья, всем привет, экстренное включение. Внимание, короче, Мелончик, Лимончик, короче, у нас здесь. Да. Он рыбку поел, ему немножко стало плохо. Поэтому вот такое вот экстренное включение, друзья. Мы продолжаем. Надо в следующий раз нам завести коров, чтобы было молоко, чтобы было этот... Да. Чтобы с помощью молока тебе снимать... Точняк, молоко же снимаем. Да. Точняк. Друзья, также я планирую на своем канале сделать... А у тебя тоже этот? В чем? У тебя тоже сундук открыт? Сундук открыт. Нет, у меня он закрыт. А, у меня он открыт. Ладно. А чё он звук не создает? А вот сейчас закрыл. А, всё. Нормально, создает звук, теперь всё. Реально чё-то круто. Да, что я там говорил? Также, друзья, я планирую на своем канале проводить прохождение различных карт. Вот, поэтому дальше больше. Как я уже ранее говорил. Вот. Ну что? Чё будем делать? Наверное, ферма. Прощаться или чем? Или ферму, можем сделать ферму по-быстрому, ну, да. В принципе, друзья. Давай сделаем, попробуем как-нибудь, я не знаю. Давай все-таки я к твоей идее вон там сделать ферму. Да, давай. Только нам нужны блоки, много песка плюс-минус и. А у меня стак есть.
Стак? У меня 49 тоже есть, в принципе. А есть основа, под что подложить? Блять, я в прорубь попал. А ты точно? Ты все на песке, да, хочешь? Ну... А на чем ты говоришь? Не, подожди, у нас же будет на земле, потому что у нас же будет как бы ферма пшеницы и желательно, конечно, ферма картошки и моркови вести, потому что они более восстанавливают как бы ХП, Потому что мы пилоты, да? Все, да, короче, у меня здесь лодка пусть плавает в тростниковом поле. Оп. Блях. У тебя есть еще джирс. Земля есть у тебя? А сколько ты взял сегодня земли? Все, что было в судаке, все взял. Ну, а сколько именно? 39. Не надо еще считать, я не помню точность. Так, давайте сделаем, в принципе, мотыгу. Я думаю, деревянная будет тоже неплохая, мне кажется. Для вспашки, так сказать, земли. Это все, что ты смог сделать? Да, огромный поле. Поле, да, поле. Такое вот у нас поле, друзья, получилось. Я вот не знаю, чем бы его оградить, но огорожу, наверное, по старинке. Блять, почему всегда вот я ставлю блок, и он куда-то не туда ставится? Объясните мне кто-нибудь, зритель дорогой. Ты просто рука не такой. Рука-рук я. Рук-рук, да. Рука-рук. Сам. Давай сейчас чуть поменьше ее сделаем на первое время, потому что едем... Блядь, еще выпал из проруби, конечно, да. Давай ее чуть меньше сделаем, потому что на первое время нам нужно... Блядь, я не туда пошел, бывает. Да ебаный рот. Хотя ладно, пойдет. У тебя нет, да, чем, собственно говоря, забор у тебя есть? Есть, ну, да. Ты что ты здесь делал, зачем? Погоди, у тебя, по-моему, что-то сломалось. Тебе не кажется. У меня забор есть, на. Какой ты щедрый. А зачем мне топор? Мне уже, да, забор мне нужен. Так, ладно. Так, получается так и так. Я уже просто забываю, как оно делается. Вот так. Мне кажется, я что-то делаю не так. Сейчас, погоди, я тебе подскажу. Так. Я не знаю, почему они не соединяются. Почему они не соединяются? У меня такой же вопрос. Я не знаю, что делать так. О, соединились. Ну, легчайше, ловкость рук, понимаешь? Ловкость рук и ничего. Блядь, тут будет акация. Ну ладно, пусть будет из акации, друзья, ладно. Так сказать, мне не принципиально. Наверное. Хотя, на самом деле, это немножко меня бесит. Да. Немножко, а множко. Нужно факела еще. Есть факела у тебя? Блять, такой звук был громкий, кстати говоря. У тебя реально ничего нету, слышишь? Если говоришь... добывание, что-то типа того. Я могу тебе 50 факелов скинуть. Все мои факелы, да. Да. Ну давай. На, короче, держи. А забора нету у тебя, дуба какого-нибудь, нет? О, 50 факелов, нихуя у тебя. Покопил, наверное, весь вот. Прошлогодний. Да, всю жизнь копил, всю жизнь копил. Ага. Еще 9 заборов у меня имеется. 9, а какой у тебя забор, акацию или нет? А, ты... Нет, вот такой обычный. Кстати, гениально будет сделать необычный забор, да? Ну, ставь, похуй. Ставь. Земля, кстати, у меня немножко есть земли. Друзья, сейчас включимся, как только мы добудем забор, так сказать, сделаем, и землюшку добудем, и сразу включимся к вам, да. Так, друзья, с нами наши друзья копытные. Новые. Да, новые друзья, будем загончиков нести. Мне приспичило этих коровок забрать к нам. Да, я говорил ему, зачем они нужны, зачем. Вот, но он решил все-таки наставить на своем, ну и пожалуйста, почему нет. Почему нет, как бы, мясо будет нам, да, поворачивать. И что, ты выйти не можешь, что ли? Да, тут... Помочь? Не в этом дело. Подожди, да, а как они выйдут? Я просто первый раз такое делаю. Ну, это не я точнее делаю, это он делал. Все? Да. Что, ломаем. Ой. Так, чё? Иди сюда, псих. Давай, иди сюда.
Анна тоже молодец. У тебя же карета, да? Ой, карета, блядь. Ладно, ты их тогда приведи. Все, я сейчас, сейчас я здесь сделаю пока что. Блин, ну что такие вы на блок за можете охренеть, вы, конечно, кровать. Давайте, ну. Бляха. Так, блин, всё надо делать. Можешь вводить их как-нибудь. И что, они не могут? Смотри, зашли, зашла одна, зашла. Да. А вторая. Да, да, они не могут на блок, блин, запрыгнуть. Вторая. Я пытаюсь и подталкивать. Блять, зад ты убери на. Нормально. Смотри, как идут, тупо два сапога пара на. Расширить, да? Хватит ей столько? Да, они жирные. Блять, это да, да, блин, вы что, все наши? Все, норм, да? Все, норм. Так, мы у жителей. А где, подожди, сундук? А, вот же сундук. Давай сделаем для красоты, как бы, ну. Почему нет? Вот это дело. Поставим, так сказать. Вот так, да? Так, да. Во. Это реально романтически. Ой, теленочек. Это уже испарил, да? Да, да, да. Романтический ужин, да уж. Романтика здесь на первом месте. Романтический ужин так звучит, как будто мы его будем сейчас прямо сейчас убивать. Ну ладно. Не прямо сейчас, когда он подрастет, естественно. Что ты делаешь? Ты еще раз их хочешь, что ли, или как? Не-не-не, еще раз, а кстати, еще раз можно? Не знаю. А он вырастет, слышишь, если его чем-то кормить, нет? Или он со временем вырастает только? А они уже не хотят. Не, его, да, он вроде растет, когда его кормишь. Нет. Он уже жрет, конечно. Все, у меня сено кончилось. Сено кончилось? Сено кончилось. А, блин. Ну, можешь еще взять, вот я типа здесь сложил. Сено. А что, тебе надо, чтобы он прямо сейчас вырос, что ли, я смотрю? Не знаю. Блять, что я делаю? Я хотел сделать этот. Здесь три оставить. Здесь один сложить. И мне нужна верстак. Верстачок. И его сюда вот так делаем. Вот так. А ну-ка, смотрим, 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 смотрим. Че? Работает, нет? Не работает ничего. Не знаю, я пока просто на него сено трачу. Блин, ну не трать тогда, ладно. Хер с ним. Сейчас ты, наверное, уже все потратил, да? Поза сказал, я уже так потратил, да. Бывает, бывает. А если здесь мы сделаем, слышишь, еще ферму пшеницы, они будут здесь топтать или нет, как думаешь? Будут, конечно. Нам будут? Нужно, поперек, короче, вот так забор, чтобы, типа, да. Ну ладно. А как давай, да, еще... давай их туда подтолкнем, подтолкни их туда, помоги мне. Туда вот подтолкнуть их. Что выросло? Третья корова. А, корова натуре. Корова. Да, подталкиваю их, я пока... Блять, попробую... А мы не набрали же этого. А, нет, набрали березу. Земли? Хорош, нормас. Береза найс, береза найс. Так, это мы делаем вот так вот. Вот так, да, по-моему, делается, если я ничего не путаю. Я надеюсь, что я реально куда ничего не путаю. Куда ты нахрен? Бля, 36 много, но да ладно. Бля, он их реально круто. Ты что делает? Бля, а зачем ты здесь вторую сделал? Подожди. Так, подожди, смотри, тут первый закон будет для коров, тут мы здесь делаем. Так, вот здесь мы войдем просто и все. Хотя ладно. Ладно, давай, так и сделаем. Так, сделаем. Ладно. Эх, успел. А вот эту выпустишь, как, впустишь туда? Слышь? Сможешь впустить? Блин, она туристика кончилась. Ладно, короче, пусть они будут тогда в этом уголке, потому что так лень их выгонять, что просто, а мы пока сено здесь заберем, ладно, и потом туда перенесем. На тот островок, друзья. Вот. Поэтому так вот. Там, конечно, очень некрасиво получилось. Что я его потратил и... Кого, пшено именно? Да. Нет, само сено, да. А, сено, точно. Ну, ладно. Да ё-моё, блядь, корова куда-то лезет вообще. Она же может выплыть так! Не-не-не-не.
Бля, что здесь происходит? Что я наделал, нахуй? Пиздец. Бля, нужна твоя помощь. Какая-то дичь творится. Сейчас, друзья, когда мы это все уладим, мы к вам вернемся. Все, друзья, мы, короче, это все сделали. На самом деле это было немножко запарно, как мы, как ожидалось. Но мы вообще не за этим сюда пришли. Мы сейчас сделаем здесь грядку, друзья, и закончим на этом наш видос. Сик большой. Еще желательно надо вот. А нет, тут же вода есть. Ага. О, тут же вода, тут все продумано. Тут просто многоходовочку, друзья. Так же будет расти, слышишь, вода внизу, типа. Да вот не знаю. Давай посмотрим. Так, у тебя есть семена? Да, есть. Поле чудес. Реально какой-то этот Якубович. А, не будет, да, походу расти. Да, получается нам. Вот здесь можно как раз. Давай я воду сейчас разолью. Или как, подожди, как я разолью? Нужно будет меня, подожди, дай мне выплыть сюда вот. Я здесь сейчас сделаю. Выходи, выходи, выплывай. Не можешь? Я не могу. С той стороны тогда сейчас. Блядь, дыхалка заканчивается. Так, сейчас сделаем похитрожопому, вот так сделаем. Здесь, дальше сюда, сюда. Выливаю один блок же будет достаточно? Да. Раз, два, один блок вроде на 5 блоков. Да, хватает. Только его надо на центр, хотя, бля, хватает. Да пофиг уже, тут центр мы не найдем. Это как блоки. Ну, если ты захотел два, то да. Ну так, давай сделаем. Да ладно, ничего. На всякий случай. Не, типа одного хватит. Одного хватит. Да? Ну, да. Ладно, так сделаем. Короче, все, друзья. Такой вот видеоролик у нас получился. Ставьте лайки вам. Ну, как. Все. Друзья. Подписывайтесь на канал. С вами был Эдуксон. Лимончик. О, давай, давай. Всем удачи, всем пока, друзья. Заливание клавиши, да, случилось. Блять, да, у тебя тоже? Всем привет. Нет, я так много не нажимал. Все, всем пока, друзья.